А как лично ваша жизнь была ущемлена с приходом Путина? С Путиным. Ну, я всегда, в принципе, голосовала за оппозиционные партии, за, например, то, чтобы права меньшинства в стране тоже учитывались, да, и как бы принимались во внимание. Скажите, пожалуйста, чем конкретно хуже или лучше стало с приходом Путина? Ну вот программа, например, по финансированию как-то общественных организаций, например, по поддержке там, например, социальных организаций, она как бы ухудшилась.